Друзья, всем привет! Расскажу два слова про сахар и о хитростях, с помощью которых можно сократить его употребление в огромное количество раз. С годами я стал употреблять сахар очень мало, но сейчас, последние там лет 5, я вообще его употребляю еще меньше. Объясняю, каким образом. Элементарным способом. Мне многие спрашивают, как, для чего я это делаю, когда видят, но не понимают. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Вот обычный сахар, особенно вреден белый сахар, вот такой. Тростниковый менее вреден. Вот белый сахар, когда я, например, пью чай, я его не кидаю и не накладываю в стакан ложкой там или кидаю вот такие черные, то есть черные квадратные вот такие штуки в стакан. Я так не делаю. Я беру вот такой квадратный сахарок, вот этот небольшой сахарок, я покажу вам. И как бы его вот так вот немножко подгрызаю. После чего я беру стакан с любым напитком и пью. Таким образом напиток становится сладким. Вот. С помощью такого элементарного приема я могу выпить чашку чая, крепкого достаточно, использовав только половину вот такого рафинированного сахарочка, маленького, квадратненького. Есть ромбики, а это квадратный. Половинка вот такого сахара мне хватает для того, чтобы выпить целый стакан чая. Таким образом, я, конечно, сокращаю, если бы я клал это в стакан, это было бы в 5-6 раз больше, чтобы достичь такой же сладости. Вот просто немножко так берем, немножечко подгрызаем, чтобы все это было эстетично. И как бы запиваем. Все очень просто. Таким образом вы сокращаете употребление сахара и продляете себе жизнь. Так как сахар достаточно вредный продукт, я это ощущаю на себе. Я сахара много не ем. Когда я ем много сахара, я сразу ощущаю какие-то моменты. Я не ем много сахара, но тем не менее такое бывает. Очень редко. Практически не бывает, но иногда приходится. Очень, ну, это сейчас вообще такого не бывает. Относительно очков, я в очках, так как я до 4 утра ел королевские креветки. Вот, и глаза у меня немножко заспаны. Вот. Поэтому такая хитрость. Делайте это эстетично, с сахаром, чтобы было все красиво. Всем пока!